Сейчас я вскрою эту посылку, и некоторые подумают: «А, Huawei P6 пришел!» Нет, это всего лишь какие-то там яйки P6. Вчера я объявил конкурс, ну, точнее, спросил, как лучше всего, правильнее всего называть этот телефон. И было много комментариев, но мне больше всего понравилось название «яйки». Ну а что, продавцы вот этого телефона не гнушаются показывать на экране этого телефона. Опять, да? Да, я знаю, что эта штука приделывается вот так вот на зарядное устройство, и сюда можно... все поняли, что это такое. Продавцы не гнушаются показывать голых девушек на экране этого телефона для того, чтобы привлечь внимание к нему. А я напишу в названии «Яйки P6». Прикольный телефон китайский, название классное. Вот так это пишется. Коробочка. Я ни разу не встречался, не видел телефонов этого бренда. Честно говоря, они совсем недавно появились, но как-то уж резко появились во всех магазинах. Прям как Майсага в свое время. Что? Золотая батарея. 2200 мАч, если мне... Да, 2200 мАч, так и написано. Ладно, телефон. 5 дюймов, IPS-матрица, разрешение 1280 на 720. В отличие от вчерашнего Lenovo, который я распаковывал с диагональю 5,5 дюймов, разрешение меньше. Похож, да? Это не чехол? Или это чехол? А, на него еще и чехол резиновый надет. Давайте чехол снимем. С чехлом мне интересно на него смотреть. Процессор MTK 6582. Тоже вроде с приставкой M. Cortex-A7, 4 ядра, 1,3 ГГц. Выглядит, честно признаюсь, очень необычно и симпатично. Тонкий, вообще очень тонкий. К сожалению, для сравнения, ни одного телефона здесь на стол не положил. Забыл, как-то прокосячил. А батарейку как открывать? Не знаю. Наверное, сдвигать. Вот так вот. Нет. А, вот, крышечка вот так сдвигается. Здесь уже есть одна батарейка. Вторая в комплекте. То есть в комплекте две батарейки. 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт накопитель. Опять же, вспоминая вчерашний Lenovo стоит в том магазине, где я покупал, 1180 долларов, а это 186. То есть не намного больше, но разрешение больше. Металл. 100% металл, наверное, для хорошего охлаждения. Ну или просто... Как теперь закрывать надо? Вот так вот, наверное. Оп. Очень необычный телефон. Я еще как бы его даже не запустил, а он мне уже нравится. Кнопка включения слева. Камеры. Вот это вот передняя. Что не включается? Камера вот эта передняя 5 мегапикселей должна быть. Во всяком случае, так нам в магазине продавца написано. И задняя 8 мегапикселей. Понятно, что автофокус есть. Не включается. Видим. А, вот. Надо было немножко подождать. Что-то плохо закрывается. Еще в этом телефоне есть OTG. 3G, GPS, Bluetooth. Понятно, что все это есть. Я уже неоднократно говорил. Я даже не знаю, стоит ли об этом говорить, потому что... Но они во всех телефонах сейчас есть. Две сим-карты, полноразмерные, судя по всему. И microSD-карточка вот здесь вот сбоку втыкается, без батарейки не вставить. Вообще, о, уже загрузился. А я заднюю крышку все еще закрыть не могу. Swipe to unlock. Влево, вправо, влево, вправо. Сразу после включения тоже необычно. Все приложения вот здесь находятся. Смотрим. Google Play сразу интересует. Не вижу пока. Google Play, Google Play. Я не вижу Google Play. А, вот он. Вообще иконку полностью перерисовали. Хорошо, Google Play есть. Root смотрим. Root, судя по всему, нет. Настройки Wi-Fi, а где общие настройки? Вот когда все иконки перерисованы, я всегда сразу так теряюсь. Вот они, настройки. Так. Общий звук, дисплей, безопасность. Разбито уже по этим. О телефоне Android 4.2.2. Боюсь, вам не видно, потому что экран очень яркий. Вот видите? Подсветка. Подсветки клавиш, похоже, нет, но они выглядят ярко. Вот при таком освещении ночью, понятно, что не найдем. Камера 8 мегапикселей, конечно же, надо проверить. На самом деле, меня больше... Да, на 5 мегапикселей очень похоже. Хорошая четкая картинка. И вот 8-мегапиксельная. Да задолбала ты. Как это она нажалась? Смотрим. А, давайте мелкий текст. Оп. Смотрим, что получилось. Мне кажется, очень достойно. Слушайте, вообще классно.
Ну, то при таком, конечно, увеличении не очень, но вот так вот прикольно. И что здесь еще есть, кроме самого телефона? Вторая батарея. Красивая какая-то вот тут вот бумажка на китайском языке. С какой-то этой USB кабель, micro-USB. И зарядное устройство сразу с круглой вилкой. И еще бампер в чехол, это в подарок. Не ожидал, что мне этот телефон так понравится. Вы, наверное, видели, да? Сначала я с шуточками, прибаучками начинал. А сейчас просто даже не знаю, что плохого о нем сказать, а? 4.2.2, вот это сделано как в более ранних версиях. Хотя во вчерашнем Lenovo тоже так же сделано. Галерея. Только то, что я фотографировал. Может, видео кинули? Видео. Моба плеер. Нет, пропустить. 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 Понятно, ничего здесь, скорее всего, нет, поэтому... Прикольный телефон. Редко мне прямо вот во время распаковки вот так вот сразу все нравится. Представляю, как мне понравится Huawei P6.